Сцену приглашаю битбокс нашего ансамбля, человека, ответственного за темп. Станислав, ваши аплодисменты. Станислав с нами первый раз на этом фестивале, он дебютирует в нашем составе. Ну, за это ему отдельное. Давайте аплодисменты еще разочек. Стасик, давай. Спасибо. Position of the genius and the fool. Everybody, every day, everywhere and every way. Whoa, words, find them. You can use them, say them. You can hear them, write them. You can read them, love them, fear them. Words transmitted as defeated from the start. Received by all the readers in the suited life with words. Impression of the stupid and the smart. Everybody, every day, you and I, we all can say words. Inside your head can come and affairs. They say softly, loudly, modestly, or proudly words. Expression by the living and the dead. Everybody, every day, everywhere and every way. Wow, words. Find them, you can use them, say them.
back. You can hear them, write them, you can read them, love them, hear them. Немного третий микрофончик из мониторов уберите. Чуть-чуть. Битбокс можно добавить, пожалуйста? Да, битбокса можно добавить. Спасибо нашему лучшему звукорежиссеру на сегодняшний день. Следующая композиция из репертуара Майкла Джексона. «Man in the Mirror». «Человек в отражении». Change. I'm starting with the man in the mirror.
please take a look at yourself and I'll make a change. You gotta get around, but you got a time. You gotta set out, make up your mind. Сейчас прозвучит музыкальная композиция под кодовым названием «Пупа». Называется она «Tuxedo Junction». Это известный джазовый стандарт. Ну, наша версия исполнения. Пупа, пупа. Пупа, пупа. Пупа, пупа. Друзья, для вас выступает коллектив Jazzpel 191, номер для голосования. Заходите на наш сайт «Московская весна акапелла» и голосуйте, если эти ребята вам понравились.
Сейчас прозвучит джазовый стандарт. «Ночь в Тунисе» он называется. Побыстрее только, Стасик. Посвящалась сегодняшнему жаркому дню. Ну что, сейчас наши мужчины проявят всю свою мощь. Следующая композиция. Бессмертная композиция группы Bee Gees. Staying Alive. Кто помнит? Staying alive, staying alive. New York City breaking and everybody shaking. They're staying alive,
Staying alive. Ha, 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 ha. Staying alive. Staying alive. Ha, 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 ha. Staying alive. Bandits on. Do, do, do. Do, do, do. Do, do, do. Do, do, do. It's okay, I live to see another day. We can try to understand the New York Times effect on man. Whether you're brother, whether you're mother, you're staying alive, staying alive. Feeling such a breaking and everybody shaking, you're staying alive, staying alive. Ha, 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 staying alive, staying alive. Ha, ha. Somebody help me, yeah. I going nowhere. Somebody help me. Наш номер 191. Голосуйте, друзья. Заходим, голосуйте, голосуйте, конечно. Заходим на сайт «Московская весна акапелла» и голосуем за этих ребят, если они вам понравились. Они вам нравятся, друзья? Эй, Москва! Девочки говорят, это знак, что сейчас все будет хорошо. В преддверии такого большого праздника Дня Победы мы не могли обойти эту тему стороной. И единственная наша русскоязычная песня, честно признаюсь, потому что мы все-таки специализируемся на джазовом направлении. Единственная русскоязычная песня — это попурри песен Великой Отечественной войны. Давайте будем петь все эти песни вместе. Я уверена, вы все знаете их. Ну что, под ваши бурные аплодисменты начнем. По дороге пыль да туман.
радости степей. Бьется пыль над сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Баптова, 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 мы летим, ковыляя во мгле. Баптова, баптова, мы ползем на последнем крыле. Вся команда цела, и нашина пришла на честном слове. Честном слове и на одном крыле. Баптова, 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 баптова. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это день победы. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Спасибо. Следующая композиция называется «Хавана» или «Гавана». Автор Камила Кабелло. Это самая известная композиция по итогам 2018 года. Все вы ее прекрасно знаете. Будете сейчас нам дружно подпевать и пританцовывать. Oh, I put my heart in Havana, oh na na.
и финальная композиция нашего выступления. Uptown Funk, который вы все знаете. Starting, fighting, living in open air sea. Girl checks on the sun ring. Gotta kiss myself, I'm so pretty. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on. Uptown funk you up. 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 Uptown funk you up.
Ваши аплодисменты, друзья, коллектив Jazzpel. Номер 191, голосуйте за нас. Заходите на наш сайт «Московская весна акапелла» и голосуйте. Номер для голосования у коллектива Jazzpel 191, друзья. Ваши аплодисменты. Для вас выступал коллектив Jazzpel. Вам понравилось, друзья? Вот так вот каждый день мы зажигаем вместе с вами. Что ж, друзья, это коллектив, джазовый вокальный ансамбль студентов Донецкой государственной музыкальной академии имени Прокофьева. Коллектив Jazzpel. Еще раз ваши аплодисменты.